Ось так почули думку одеситів з приводу імовірної вакцинації підлітків і дітей, а ось детально про стан щеплення в Україні, ну і, звісно ж, в контексті того, що є ініціатива щепити молодь до 18 років, поговоримо з головою Національної медичної палати України Сергієм Кравченком. Попри традицію долучатись до нас дистанційно, сьогодні він у нашій студії. Пане Сергію, щиро вас вітаємо. Дякую за запрошення. Вітаємо вас. Тож, в Україні заговорили про те, що вже час вакцинувати дітей і підлітків, ну, до 18 років. Що ви з цього приводу думаєте? Справа в тому, що раніше ж говорили, що діти начебто легко переносять. Абсолютно правильне рішення мало того. Тобто, якби міністр здравоохранения Ляшко уділили тому внимание. Вот, ми соответствующие консультации проводили, несмотря на то, что то есть, как бы я полтора года нещадно Виктора Кирилловича критиковал, но тем не менее на данный момент коммуникация более удовлетворительная в данном случае. Я как военный эпидемиолог скажу вам такую вещь. Смотрите, если мы с вами проведем массовую рутинную вакцинопрофилактику среди взрослого населения, как вы думаете, куда вирус уйдет? Звісно ж, дітям і підлітків. Вона, да, да. Тобто вірус уйде і буде адаптуватися, і буде циркулювати, тобто, якби, в серед дитячого населення. Тому це абсолютно правильно. От, і якраз правильно зробив міністр Ляшко, да, тобто те, що звернув на це увагу. І в першу чергу, тобто, якби, переговорний процес з производителями тієї вакцин почав, да, тобто, якби, яких вже третя фаза клінічних іспитань по дитячому населенню закінчена. От, к примеру, там та ж сама китайська вакцина CoronaVac, яка використовується зараз в Украине, значит, разрешено ее использование, да, то есть для категории детей от 3 лет. Pfizer, все, да. Все эти вакцины, которые есть в Украине, это Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac. Так, ну, вот Шилд был колись, так. Вот смотрите, сейчас чем можно что, будет что касается других вакцин, да, то есть как бы то сейчас вот уже завершена третья фаза клинических испытаний там по когорте детского населения от 12 лет. Угу. То есть Pfizer, AstraZeneca, да, то есть как бы уже будет рекомендация, то есть использование этих вакцин для подростков. То есть, как бы 12 лет и старше. Что касается китайской вакцины CoronaVac, да, то есть производитель и регулятор КНР, да, он одобрил эту вакцину для применения детей от 3 лет. Вот скажите, будь ласка, одна из проблем вакцинования взагалі від ковіду, це була те, що, ну, вакцина це лотерея. Буде ускладнення, не буде ускладнення, які наслідки тут, як то кажуть, ще недостатньо вона досліджена, так як більшість від більшості хвороб іншої вакцини. Чи досліджували, чи використовували під час досліджень дітей задля того, щоб розуміти, як вона діятиме на дітей умовно там 5-6 років? Це ж важливо для батьків. Если вы помните, я неоднократно говорил в телеэфирах о том, что те вакцины, которые сейчас применяются в мире, да, вот все, сейчас порядка 16 вакцин уже, которые зарегистрированы по процедуре emergency use, то есть под обязательство. Значит, вот ни одна из этих, ни одна из вакцин, которые используются в таких условиях, она не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме. О чем это говорит? По когортам населения, то есть как бы по всем возрастным группам. Mm-hmm. Ну вот, почему? Потому что изначально была завершена третья фаза клинических испытаний по когорте населения от 18 до 65 лет, потом пожилые люди, то есть старше 65, потом подростки от 12 до 18, потом дети от 3, да, то есть как бы до 12. И самая последняя категория, по которой проводится третья фаза клинических испытаний, да, то есть это непосредственно беременная женщина. Они, то есть как бы эти испытания проводятся уже после того, когда эта вакцина одобрена по применению у группы детского населения. Значит, вот. Поэтому сейчас, как вы понимаете, вакцины были разработаны в межэпидемический период, то есть, как бы, и поэтому и была предложена Всемирной организации здравоохранения процедура регистрации, да, для использования в экстренных условиях. То есть, несмотря на то, что третья фаза клинических испытаний не была завершена в полном объеме. То есть, как бы, регистрировали эти вакцины на основании промежуточных результатов третьей фазы клинических испытаний, но до этого было... То есть, так, я ж до чего питаю, что часто батькам, особенно маленьких детей, краще себе можна, так би мовити, над собою експеримент провести, аніж дитину, якій 4 роки, не казначим вакцинуватися. Це така думка людей. Так от на даний момент ми вже чітко знаємо, да, то есть, що ряд вакцин, вони вже завершили третю фазу клінічних іспитань по когорті населення, то есть, как бы, дітей.
Вот, это китайский коронавак, да, который используется в Украине. Это, к примеру, Pfizer, да, и сейчас AstraZeneca завершает непосредственно этот процесс. Поэтому эти вакцины уже в ближайшее время, да, то есть, как бы, будут одобрены, в том числе и в Украине, для применения дисков населения. Як українці відреагують? Це ж до 18 років батьки мають дати письмовий дозвіл для того, щоб дитині поставили щеплення. А вони, якщо... Ну, зараз краща ситуація, насправді, більше довіри з'явилося до вакцини, але все ж таки не так, як хотілося б. І чи дадуть цей письмовий дозвіл вони для дітей? В економічно розвитих зараз взагалі розрішення у двох родителів просять. Понимаете, то есть как бы оба родителя, отец и мать, должна соответствующее подтверждение. Значит, что касается антивакцинальных настроений в нашей стране, то есть, как правило, у нас всего лишь от 3 до 5% люди исповедуют настроение антивакцинальное. То есть это та категория населения, которую вы ни при каких условиях, вы их не переубедите самим вакцинироваться, либо вакцинировать своих детей. Что касается группы вакцина-скептиков, то есть это люди, которые не против вакцинации, но тем не менее у них есть те или иные сомнения, то на начало года, конечно, у нас такая категория населения была довольно высокая. Порядка 40% населения, и мало того, среди них очень много было медицинских работников. Вот. Но это по причине провала, да, то есть как бы непосредственно коммуникации Министерства здравоохранения, которое на тот момент возглавлял Максим Степанов. На данный момент, как вы смотрите, выстраивается временная инфраструктура для проведения рутинной массовой вакцинопрофилактики, то есть как бы... на выставочных центрах, вот как в Киеве, к примеру, то есть или в других областных центрах, на стадионах. И, как вы видите, у нас уже есть большие очереди желающих пройти вакцинопрофилактику. Поэтому украинское население довольно осознанно понимает, да, то есть, что необходимо проходить вакцинопрофилактику для того, чтобы побыстрее закончить вот эту эпопею эпидемии на территории Украины. То есть пессимистичных настроев и скептичных настроев поменшало в Украине. І завдяки чому, ще раз, давайте проаналізуємо, чому так сталося, що українці активніше йдуть вакцинуватися? Ну, во-первых, начнем з того, що більш прозрачні процеси стали по процедурі закупки, регістрації непосередньо вакцини. Це перше. Второе, то есть, как бы, компанія по промоції, да, то есть, как бы, вона улучшилась, вот, мало того, була розвернута временна інфраструктура для проведення рутинної масової вакцинопрофілактики, що, в свою очередь, значить, дозволило Украине получить большее количество вакцины. Понимаете, потому что вот, к примеру, я принимал участие также в переговорном процессе по закупке вакцин, там, к примеру, там, я принимал участие в переговорном процессе с китайской компанией CanSino, вот, совместно с одной из провластных групп. Так вот, производитель сам вакцины сказал, что Украина не способна осваивать большое количество доз вакцины, да, там, к примеру, переговорный процесс шел по поводу 5 миллионов доз в месяц. Вот, на что было отвечено, сказано, вы не сможете осваивать, ваша инфраструктура для проведения массовой вакцинопрофилактики не позволяет вам осваивать такое большое количество, значит, доз вакцины в месяц. Вот. И это и вправду было так. Вот. Но вы видите, Виктор Ляшко сейчас обратил на это внимание, то есть, как бы, поверьте, он намного глубже в теме эпидемиологии и непосредственно санитарно-эпидемиологических аспектов эпидемии на территории нашего государства, поэтому не зря мы министр поміняли. До речі, він говорив, що 5 мільйонів буде в липні. Чи встигаємо до цієї цифри? Ну, на данный момент у нас порядка 2 миллионов вакцинированных, но, к сожалению, это только путем проведения праймирования. Вот. Что касается бустера второй инъекции, значит, то, к сожалению, мы пока еще опаздываем. Я вот, к примеру, в пятницу получил бустер, вакцинировался второй раз. Первый раз вакциной Covishield индийского производства, вот, Индийского института сывороток. Значит, а повторную инъекцию вот через 12 недель получил в минувшую пятницу AstraZeneca. А так можно? Да, это один... Бо серед людей що завгодно шириться, а от з перших вуст. Это можно. Я напомню, что я все-таки занимаюсь вакцинологией, изучаю вакцины. Вот, мало того, мы проверяли всю эту документацию. Вот, я, значит, подтверждаю то, что как раз вакцина Covishield и вакцина AstraZeneca — это одна вакцина, которая произведена по одной технологии на одной и той же клеточной линии. Да? Это Human Embryonic Kidney 293 клеточная линия, поэтому это абсолютно идентичная вакцина. Просто разные площадки, да, разные площадки, на которых она была произведена. Поэтому вот я бустировался буквально в пятницу. Вот. Проблем с вакциной нет. Если первая была Covishield, а вторая CoronaVac, так,
не можна. А от якщо ковід, да, взаємозаміняємося, то взаємозаміняємося зараз. От некоторі економічно розвиті країни і їх регулятори, вони зараз одобряють бустірування. К примеру, якщо першу ін'єкцію примірування отримали, к примеру, вакцина AstraZeneca, от у некоторі європейські государства зараз якби розрішили б проводити бустірування, то есть это закріплення імунного ответа, індукція імунітету, значить, вакцини компанії Pfizer. То есть векторную вакцину можно закупить бустером, в данном случае вакциной матричной РНК. Вот у нас пока таких решений принято нет. Пане Сергій, давайте будемо говорити чесно. Багато людей вакцинуються задля того, щоб потім, зрештою, скористатись відкритими кордонами з ЄС, але за умови вакцинації, зокрема, також, і скористатися нагодою провести відпустку у Європі. Скажіть, будь ласка, щодо вакцин CoronaVac, особливо CoronaVac, китайського виробництва, якою зараз щепляться більшість українців, начебто вона визнана в ООС, але з Євросоюзом там внутрішні закони працюють, і не надто так просто. Скажіть, будь ласка, чи можна на це розраховувати? Ну, знаєте, це от як це, вам шашечки или їхати? Ну, от в даному случаю, розумієте, це все-таки аспект политические и экономические. Вот, к примеру, если я вам скажу, что американскую вакцину Pfizer разрабатывала 3 компании. Одна американская, сама Pfizer, значит, немецкая BioNTech и китайская Fushion. То есть 3 компании работали, то есть как бы 3 государств. Соединенные Штаты Америки, Британии и Китая. Как вы знаете, несмотря на то, что одна из китайских компаний является соразработчиком вакцины Pfizer, тем не менее, значит, эта вакцина не применяется на территории Китая. Ну, гаразд. Понимаете, що, да? Коронавак, тому що у Китаї там на даний момент 5 собственних вакцин по различным технологіям производства, которые применяются при рутинной массовой вакцинопрофилактике. В свою очередь, в ответ Европейский Союз точно так же защищает свои там экономические интересы с одной стороны своих производителей, но с другой стороны это все-таки политические, ну, аспекты, да, то есть политика тоже играет большую роль. Вот, поэтому в данном случае шашечки или ехать. То есть китайские вакцины хорошие, китайский биопром тоже неплохой. У них очень жесткая регуляторная система, понимаете, то есть как бы за подделку продуктов питания и за подделку лекарств предусмотрена, значит, ответственность в виде расстрела. Понимаете? Вот, поэтому... Але ви скажіть це уряду, зокрема Німеччини, приміром, який свої умови ставить, і CoronaVac поки що не в фаворі, як то кажуть. Вакцинуватися задля подорожей – це хибний шлях, я так розумію. Бо це зовсім не означає, що якщо б зробив вакцинацію, то кудись поїдеш. Це вірно. Ну, смотрите, мало того, як ви розумієте, єдиної позиції в Європейському Союзі теж немає, тому що все-таки це конфедерація, союз независимих государств, в який входить 27 независимих стран. Да? І от 27 європейських государств, в першу чергу, у них, значить, вони ісходять із своїх національних інтересів, своїх економічних інтересів. Тому в даному випадку от Єврокомісію, там євроеті органи возглавляє така Урсула фон дер Ляйне, мать 5 дітей, наскільки я пам'ятаю. Ну, вона постійно якісь видумує дискримінаційні норми, да? От, для стран, які не входять в Європейський Союз. От. Ну, посмотрим, чим це закон. Кончится, то есть как бы это большая политика. Вот что касается, то есть шашечки или ехать, то вы понимаете, все 16 вакцин, которые сейчас в мире применяются при проведении массовой рутинной вакцинопрофилактики, которые зарегистрированы по процедуре emergency use, они все хорошие. Останнє про вакцину, про побічку CoronaVac. Чи помічали ви щось неладне з людьми, якими вакцинувалися, і чи можете ще раз на останок переконати всіх нас, що це безпечно і можна користуватись нагодою вакцинувати? CoronaVac хороша вакцина, значить, це произведена по класичній технології, вірусна інактивірована, значить, цільноклітична рекомбінантна вакцина. Тобто це саме класична технологія производства, яка може бути в даному випадку. Мало того, одобрена Всемирною організацією здравоохранения и включена в список лекарственных средств, которые рекомендованы при, значит, лечении COVID и при профилактике COVID в экстренных условиях. Поэтому к этой вакцине замечаний особых нет. Мало того, я, наверное, один из немногих украинских экспертов, который дал позитивный отзыв о этой вакцине, когда начали спекулировать о ее низкой эпидемиологической эффективности по результатам промежуточных исследований, которые были в Бразилии, там 50%.
52%, по-моему, биологическая эффективность. Но в результате обобщенных данных по всем когортам в разных, значит, государствах, в которых проводились клинические испытания, то есть как бы там они вышли на уровень биологической эффективности до 70%. Поэтому эта вакцина в данном случае не уступает той же самой AstraZeneca, у которой тоже биологическая эффективность до 70%. Ну, це перше. А по-друге, кажуть, що всі, хто вакцинувався, він апріорі не може хворіти в важкій формі. Цель вакцинопрофилактики в первую очередь это избежать тяжких последствий. А это что? Это летальность либо инвалидизация. Поэтому, значит, как бы вакцинопрофилактика никогда не дает стопроцентной гарантии. Даже если те или иные вакцины имеют стопроцентную специфичность, все равно есть казуистические случаи там, до 1%, да, то есть как, когда вакцинированные пациенты все равно болеют. Поэтому наша задача в первую очередь, чтобы люди не умирали. Ну, то есть вот в результате вакцинопрофилактики. А второе, если они заболевают, чтобы они перенесли это заболевание в легкой форме без последствий. Ледь не забули. Хотів наостанок все ж таки запитати, бо чутками ширяться так наша планета. Що з локдауном? Які ваші прогнози? Бо кажуть, що навіть на літо вже прогнозують. Я думаю, що осінньо-зимний період у нас буде доволі складний. Мало того, із моєго спілкування з головними державними санітарними врачами в южних регіонах, в областях нашого южного регіону України, вони звертають увагу на події, які відбуваються в Криму. В Криму, як ви знаєте, заболіваємость увеличилась за неделю вдвое. Значит, мало того, мы видим по периметру, что происходит в Российской Федерации, в том числе в Москве, такой рост, значит, и интенсивный по экспоненте. Вот, и, к сожалению, сейчас есть такой прогноз, что все-таки в конец июля и август все-таки может быть динамичный рост заболеваемости на COVID-19, вот, который усложнит осенне-зимний период, вот, и как раз за счет вот новых штаммов, которые попадут более агрессивные, в том числе индийские, на территорию Украины, вот, за счет вот в высокой такой внутренней и внешней миграции, связанной с отпускными кампаниями в летний период. Сподіваємося, що українська медична система встигне підготуватися, і це не буде вже таким сюрпризом у негативному сенсі для нас. Так, що ж, вас почують люди, які досі сумніваються, чи йти, чи не йти, користуючись нагодою вакцинуватися, почули ваші аргументи на користь вакцинування. Дякуємо. Так, коротко, але дуже фахово. Дуже вам дякую. Дякую навзаєм. Голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко був у нашій студії. Дякуємо. Ну і до слова, Одеська область посідає останні позиції у вакцинуванні досі. Про це розповіли на брифінгу представники Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради, зазначивши, що найслабшим за вакцинацію саме в Одесі є Суворівський район. Однак нещодавно в Малиновському районі міста запрацював ще один центр вакцинування. Отримати щеплення можливо за попереднім записом на оновленому сайті міської ради. Але ми розуміємо, що ці три центри, які є, вони якби в центрі наших мікрорайонів, тому запропонували цього разу відкрити по аналогії, як було в Суворовському районі, центр. Він невеликий, на площі Михайлівський 1. І маємо надію, що ми на слідуючого тижня також зараз опрацьовуємо з школами, на територію якихось шкіл відкриємо такі невеликі центри вакцинації. Вони значно менше, але для того мікрорайону його таких центрів буде достатньо.